Добрый день, дорогие друзья! Мы рады видеть вас на нашем концерте. Сегодня мы познакомим вас с творчеством уникального танцевального коллектива «Фантазия». Уникальность коллектива в том, что в нем занимаются танцами женщины после 50. Это врачи, инженеры, учителя, пенсионеры. Все они после работы спешат в городской дом культуры на занятия, чтобы прикоснуться к миру танца. Творческая жизнь коллектива состоит не только из концертных выступлений, но и многочасовых репетиций. Это аэробика, напольная гимнастика, растяжка, упражнения у станка, что дает возможность оставаться молодым и не стареть душой и телом. В этом году ансамблю танца «Фантазия» исполняется 10 лет творческой деятельности. В составе коллектива 12 человек. Количество участников все время увеличивается. Руководит ансамблем танца «Фантазия» Корнилова Галина Николаевна. Балетмейстер высшей категории, выпускница Краснодарского института культуры, человек активный, творческий. Галина Николаевна не только художественный руководитель коллектива, но и репетитор-постановщик всех танцевальных номеров, а также их активный участник. В репертуаре коллектива «Фантазия» танцы народов мира, эстрадные, бальные, стилизованные народные танцы, военно-патриотические композиции. Помню, как в памятный вечер падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек стеречь. Коллектив хорошо знают не только в Пятигорске, но и в городах Каменвод. Ансамбль выступает на различных площадках города, в городском доме культуры, в библиотеке имени Горького, в музее краеведения, в домах престарелых, в военном госпитале, в МЧС. Каждое лето коллектив «Фантазия» принимает участие в курортных вечерах, выступая перед курортниками и жителями Пятигорска. Хореографический ансамбль «Фантазия» неоднократно становился победителем в международных конкурсах и фестивалях, дважды завоевывал звание Гран-при. Во время пандемии ансамбль «Фантазия» участвовал в общероссийских онлайн-конкурсах и стал их лауреатом. В этом году ансамблю «Фантазия» присвоено почетное звание «Народный коллектив». И звание «Народный коллектив». И эту почетную награду я попрошу вручить начальника управления культуры Васюткина Дмитрия Владимировича. Свидетельство о присвоении вам звания Народного коллектива самодеятельного художественного творчества. Я вас искренне поздравляю, желаю вам больших творческих успехов, крепкого здоровья, что в наших условиях очень важно, и чаще встречаться на вот таких вот прекрасных. Ансамбль танца «Фантазия» не останавливается на достигнутом, каждый год пополняя свой репертуар новыми танцевальными композициями.